242 волка добыли в Кировской области с начала года, сообщили в правительстве региона. В лидерах охотники Нагорского, Шабалинского и Мурашинского районов. Охотники, которые добыли этих животных в общедоступных угодьях, могут в приоритетном порядке получить разрешение охоты на лося, кабана и медведя. Кроме того, разработан и внедрен механизм выплат за добычу волка, напомнили в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области. Кстати, в регионе открылся сезон коллективной охоты на диких животных. Министр экологии Тимур Абашев напомнил жителям области о том, что можно и нельзя делать во время охоты. Стрелять на охоте можно только по четко видимой цели в границах сектора своего обстрела. Транспортировать оружие только в разряженном и зачехленном состоянии, что это очень серьезный вопрос, связанный с нашей с вами безопасностью.